Добрый день! Я сказочница Инея. В моей сумочке рисунки юных художников, которые прислали свои работы на конкурс «Белого бычка». Благодаря им и появилась эта сказка. У папы быка и мамы коровы родился бычок. Пока мама и папа отдыхали, он решил прогуляться и увидел на улице быка. «Какой вы красивый!» – удивился бычок. «Меня раскрасил волшебник-художник», – сказал бык. «Беги, и тоже будешь красивым». Пошел бычок дальше и увидел черного быка. Он гордо шел, показывая всем свой грозный цвет. Бычок начал фантазировать, какой цвет ему покрасится. Может, коричневый? Смотрел он на коричневых бычков, которые шли навстречу. Или с орнаментом. Или нарисовать себе звездочки. А может, выбрать серый цвет? Прибежал он на луг. А волшебник-художник уже последнюю краску израсходовал. Идут быки довольные, покрашенные, расписные. Один бычок остался неудел. Как же быть? И тут дождь начался, и вся краска с боков быков смылась, и стали они такими же, как и были. Видит бычок, папа-бык идет. «Вот видишь, сынок, как ни крайся, ни наряжайся, а лучше всего естественным быть. Идем лучше завтракать, мама тебя уже ждет». Вот такую сказку мы дарим вам. Присылайте нам ваши рисунки, и мы придумаем на них вашу сказку. До встречи!